Девочки, вы упали. Девочки, вы упали. Наебнулась. Бля. Сейчас я покажу, как надо пикапить девушкам. Ебать, идите у нас. Сейчас я объясню, что случилось до этого момента. Это столкновение с автомобилем. И моя камера заглючила в момент столкновения и удалила все, что было до этого. Я ехал за ним и увидел, что он подвинулся в бок. Я думал, что это он меня пропускает, потому что места было очень много для обгона. И в этот момент он начал поворачивать влево, не включив поворотник. Я въехал ему в бок. Все. Ты чё делаешь, блядь? Ты чё, ебанутый? Ты чё, не видишь, что ли, блядь, ёбаный в рот? В смысле, ты включил в последний момент? Я включу поворот, ты чё, не видишь, обгоняй? Ты его включил за секунду до этого. На записи оставляй. Чё, сильно шлёп? Нет, блядь, чё делать будешь? А? Нет, блядь, ну, ёб твою мать. На, братан, дай поворот, чё делать? Ну, хочешь, можем вызывать. А? Если хочешь, можем вызывать, я не знаю. Ну, если не вызывать, что делаем? Сколько мы сзади? Бля. Давай вызывай, что? Давай поднимем его сначала, сейчас. Подожди. Хотел фотографировать, хотел. На, тащи. А я же снимал. Ты что, фотографируй. У меня же заснято все. Чаще. Поднимем его. Давай, 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 подними. Что делаем? Багажник откройте. Так, у меня подножка отлетела. Блять, сцепление еще погнулась, блять. Блять, бомба! Меня бомбит, сука! Я сцепление сломалось. А, да, бля,
ты фотографировал. Он двигался прямо. Ничего, я поворачиваю. Ты должен убедиться. Чем я не убедился? Я все убедился, не надо. Что делаем, пацаны? Ты как хочешь, вызываем, нет? А? Мне без разницы. Ты что хочешь? Он двигался прямо, ты поворачивал. Нет, похуй, несколько всего. Масло попало. Да. Сейчас масло выгорит. Ну, он пока на боку лежал, типа масло залилось сюда. Так-то особо ничего не сломалось. Ножка отломилась и сцепление подмылось. Я не хочу этой хуйней заниматься вообще. Я не хочу этой хуйней заниматься. Ну что делаем? Ну говори, что твои предложения. Что сколько предложим? А что предложишь? Я? Да. Я виноват? А? Я виноват. А ты я что ли? Да. Я виноват? Да. Я в чем виноват? Я не виноват, ты что? Пятерку даешь мне, расходимся. Ведь это мне больше работы, я тебе отвечаю. У меня зеркало одну пятерку. Я вижу. Ну вот, давай мне на Яндекс деньги переведи, да и все. Давай, отъедем тогда в сторону, да? Машину уберем отсюда или что, чтобы не ну, стоял? Давай, двигайся. Давай. Ну да. Ну он тоже не хочет вызывать, у него, видимо, нет страховки. Ну, у него тут больше одного. Садись сюда. Я не буду садиться. А? Какой Яндекс? Номер тебе. Я не знаю, как тебе его отправить. Кошелек, номер мне твоего WhatsApp надо или что? Нет. А? Да, че нет? Дай. А? Дай. Вот он, смотри. Да иди себя, что ты переживаешь, что стоишь, что ты боишься, елки твои. О, на ключи, он там пацану боится, что уеду, он пускай пацана потом будет ключи, если переживаешь, что ты не будет. Давай семерку хотя бы, хуй. Нет, пять. А? Пять. Давай семерку. Я не могу. Да какая пятерка? Ты посмотри, пятерка, ты что? В смысле, а мне-то что делать, братан? Ты сам изначально сказал 5. Ну я тебе так сказал, чисто по-пацански. Я смотрю, да какая здесь пятерка здесь, ты что? Да хуя делов, ёбаный. Сказал по-пацански 5. Сейчас хуя здесь 7. Я тебе нормально говорю семерку, ну ты сам прикинь. Ну ты просто сам прикинь, ну что здесь? Ну это здесь жопа, блядь, какая здесь пятерка, да? Здесь за пятерку даже выпрямлять меня никто не будет. Даже никто не прикоснется, блядь. Опять же, не я виноват был. Ты сам сказал 5 по-пацански. Ну, я могу скинуть 5. Почему же 7 я должен сейчас скидывать? 5? Кидай. Че, будете ждать или разойдетесь? Да, мне проехать надо. Все, я скинул. Подожди, нет. Как-то вы угораздились так. Ну я поворачивал, уехал. Дошли? А у тебя что? Нормально? Ну, так. Коробку повредил, нет? Нет. Подножка отлетела, сцепление помялось. Ну, по сути, пока все. Все, что заметил. А что, ты его не пропустил? Нет, движок не особо. Куда я пропустил? Я поворачиваю, куда? Нет. Он прямо ехал. Конечно. Сколько объем у тебя этой Хонды? 750. А ты это твой или ты в прокат брал? Мой. Да мне впадло. Не хочу. Не хочешь? Нет. Бля, вот такие бандяи тут водятся. Главное, это надо. Да. Ты все, а ты не виноват, что ты будешь платить, ты на тебе надо, блядь. Вот я создал, блядь. Что ты его скинул за эти двери?
Че? Сколько за дверь ты скинул? 5. Ну, учитывая, что у меня сейчас денег вообще нет, как бы это да не так уж и классно. Если справа там и ни хрена не сделаю. Сейчас. Я назад не вытяну его так. Ну, ты его там проехал? Да, сейчас. Писали путешественники на мотоциклах из Молдовы, что им нужно у кого-то оставить экип на несколько дней, а самим поехать отдохнуть в Анапе. Угадайте, у кого они оставили экип. Что тут? Ну вот сюда поставь. Это все? Или я могу еще взять что-то, нет? Нет, все, больше ничего брать не надо. Это да? Да. Вот, далеко от пляжа можно поставить, да? Надо на песочнике. Тут Депас вообще не останавливает на посетлице, если тупо не вести себя как дебил, там не отличаться от остальных.
После этого я с ними покатался по Анапе, показал важные места, накормил их, они у меня поспали и двинулись домой. Вот так.